Орловская область присоединилась к Всероссийскому дню правовой помощи детям. Благотворительная акция прошла во всех учреждениях службы исполнения наказаний по Орловской области. В этот день специалисты ответили на вопросы несовершеннолетних в местах лишения свободы. Одним из первых учреждений, где подростки получили юридическую помощь, был изолятор временного содержания. Там сейчас находится 12 несовершеннолетних. Будем проводить консультирование всех несовершеннолетних, содержащихся в этом. Ну и попытаемся каким-то образом помочь этим людям не только в правом плане, но и в житейском плане поговорить, понять, как они оказались в этих учреждениях. В обращениях поступили вопросы, касающиеся оформления необходимых документов, предстоящих судебных заседаний и предоставления свиданий родственникам. Такую совместную работу по оказанию бесплатной правовой помощи с адвокатской палатой области осуществляет уже в течение 5 лет. Возможность ее получения у пребывающих в учреждениях закрытого типа есть не только в этот день. Бесплатные консультации оказывают в течение года. Такая работа, она проводится не только для заключенных, но в том числе и периодически такая работа проводится и для работников непосредственно самого управления.